И папин дедушка там тоже из Рицкорг. И сюда брата, меня вы смотрели. Да. Да. Вот. И там приехал какой-то этот вот чех от Ребе. Он собирал деньги приехал. И он тоже папа говорит, поехали в Любавич. И он спросили папу, знаешь, ну папа говорит, Любавич, да, езжал. Ему было 11 лет. Он его забрал, увез в Любавич. Папа был еще 10 братьев и сестер. Все были религиозны. У него одна сестра была, так ее звали Эстерхана. Молодая девушка, 18 лет, заболела туберкулезом. Заразилась где-то. Знаю почему. И тогда не было еще этих вот инсулина. Сейчас, как еще? Вот и ей говорили, что надо пить молоко, прям, много молока, жирное. Вот, а не было холестерина, она не хотела пить. Настолько. Просто молоко не хотела пить. Религиозно, она умерла, соли. Да, вот. И я хочу почему они были религиозны. После революции, а вот мафиях. Сейчас не будет предчитая оседлости, сейчас не будут презирать евреев, евреи будут равноправные. Они поверили в это. Ничего, к сожалению, тут не осталось. Ничего. Погибли.